Если в холодильнике обнаружится пиво, я умру. Или выживу. Что, в общем-то, одно и то же. Господи, как же было хорошо во времена сухого закона. Левашов? Я. Это становится забавным. Второй раз вы назначаете мне свидание, и второй раз не приходите. Я уже было решила, что вас нет, а так фантом какой-то. А вы, оказывается, ничего. Существуете. Вот именно. Существую. Что, так и не вышли из коматозного состояния? Пытаюсь. Это обнадеживает. Значит, когда-нибудь мы все же встретимся. Знаете что, Наташа? Приезжайте ко мне. У меня есть холодное пиво. Пельмени. Пельмени сами стряпали? Государство. Нету ждутки. Я приеду, и выяснится, что нет ни такого дома, ни такой улицы, а есть представительство какой-нибудь Таймыра. Где, конечно, всегда холодное пиво, а вас соединяют по прямому проводу. Идите вы к черту. Но...
Моя фамилия Левашов. Мне 32 года. И моя жизнь так же не устроена, как и ваша. Я воевал в Афганистане, был ранен орденом, в общем, награжден орденом. Чему я это? А да, чтобы вы не подумали, будто я... Вы говорите покороче. Мне скоро выходить. Вы напрасно пытаетесь меня сбить. Я не буду говорить пошлых фраз о судьбе и всем таком прочем. Вы мне очень понравились. Наташа. Наташа. Я сейчас не трезв, и это очевидно. Моя остановка. Можно мне проводить вас? Вы угадали, я живу одна. Но из этого еще ничего не следует. Из этого следует трамвай, в котором я уеду. Вы останетесь. Дайте мне свой телефон. Знакомитесь в общественном транспорте. И потому оставили мне несуществующий телефон. Но ведь потом мы себе этого не простим. Я не хотела заставлять вас ждать. Так вышло. Вы можете сейчас уйти и прийти, когда вам вздумается. Я буду стоять на этом месте. Простите меня, Наташа. А я почему-то не сержусь на вас. Я шла сюда и думала. Вот увижу его. Скажи ему все, что о нем думаю. Повернусь и уйду. А увидела вас и поняла, что говорить ничего не хочется. И уходить не хочется. Не уходите. Я без вас пропаду. Мне казалось, что я стала забывать вас. Плохо вам? Плохо. А это очевидно мне. Здесь недалеко есть кафе. Я в нем начинала работать посудомойкой. Там меня помнят и дадут нам коньяк. Краповые палочки и удивительно вкусную печень с жареным луком. А вы любите жареный лук? Не очень.
Знаете, Наташ, может, мы поедем ко мне? Утром я сделаю уборку. Если это, конечно, не противоречит вашим принципам. Не противоречит. Уборку я и сама бы сделала. Но у меня сегодня выступление, и нужно быть в форме. Выступление? Я работаю в ночном клубе. Стриптиз с девочкой? На подтанцовках у одной певички. Она выше ночных клубов не поднимается. Впрочем, как и я. Вас смутил род моих занятий. Я совсем иначе планировала свою жизнь. Но она сложилась так. То есть никак. Можно я поправлю вам шарф? Пошел ты. Да. А Ване Лукьянову в Нахабино на квартиру дали тут 3 месяца назад. Это реальная история. А потом захотели отнимать. Ваня? Так он залез на крышу, спустил веревку, спустился по ней на 6-й этаж, разбил окно. Туда влез и говорит, отнимайте. Ребят, реально, отнимайте. Задача группы состояла в следующем. Выдвинуться от сгоревшей заставы, пройти ущельем Кафиркаш, и, миновав руины Шуруп-горы, достичь конечной точки маршрута – развалин кишлака Камсург, где, по уточненным разведданным, концентрируются до 300 боевиков оппозиции для дальнейшей переброски вглубь раздираемого гражданской войной Таджикистана. Заняв господствующие высоты, вызвать по рации звено Ми-24 и дальнобойную артиллерию. Нанеся по лагерю ракетно-штурмовой удар, борты уступают место тяжелой артиллерии, которая обрабатывает квадрат по указанным ориентирам, и только с последним залпом в бой ввязывается группа Истратова, уничтожая оставшуюся живую силу противника. План операции, маршрут следования, состав группы – все это не раз отрабатывалось на закрытых штабных совещаниях и было продумано до мелочей, за исключением одного. Никто не мог предсказать исход операции. Еще неизвестно, насколько точно отстреляются неуправляемыми снарядами борты, по квадрату ли. Имея непристреленные ориентиры, отработает дальнобойная артиллерия. Да и само понятие «господствующие высоты» носит в районе Камсурга не более чем условное название. Еще неизвестно, что тебя ждет на пути, удастся ли скрытно преодолеть маршрут и бесшумно снять боевое охранение на подступах к Камсургу. И какой фактор внезапности не используй, какую огневую мощь не привлекай. Одному Богу ведомо, чем все это может закончиться. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулею пробита нищий котелка, маркетанка юная убита. Пулею пробита нищий котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда, фронтовая голь, а погибнем, райская дорога. Живы мы, покуда, фронтовая голь, а погибнем, райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы, все вернется вновь. Все должно в природе повториться.
И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Ты куда, Левашов? За грибами. Ким, Лобанов, ты? Я. Чайка села на волну, и волна ее качала. Не вернуться на войну. Чтоб на сердце полегчало. С возвращением, Левашов. Спасибо. Как по-твоему? Дотянем до Комсурга? Духи не дети. Они нам тропы не обнажат. Где-нибудь да нарвемся. Думаешь? Чего мне дома не сиделось? И не говори. Дурной ты, Левашов. Сейчас бы где-нибудь в кабаке отрывался. Коньяк. Девочки. Ну да. Я отрицательный персонаж, а вы все сугубо положительные. Тебя-то кто не волит по горам шляться? Война, Жень. У всех одна жизнь. И у нас. И у тех, кто за нами. Мы-то чем лучше. Млечный путь-то. Как вечность. А еще нам... Руки. Хорошо. Да, спасибо большое. Наташка. Как? Наташка! Ну как вы здесь? А что нам будет? Ветеран вообще пита. Мы любые времена переживем. Ты-то как? Все там же? Там же. Тогда же. А что же молодой человек не положит этому конец? А молодой человек появился только сегодня. Два дня морочил мне голову, возлагая на него очень большие надежды. Не знаю, оправдает ли. И к могиле покойного вместо терновых венков были возложены надежды, которые он так и не оправдал при жизни. Вот что, Галя, принесите-ка нам для начала меню. Какое меню? У нас кроме коньяка и крабовых палочек лет пять как ничего нет. Нет, есть еще печенка. Тушеную капусту я вам предусмотрительно не предлагаю. Вот те раз. А я собирался блеснуть. Теоретически вам это удалось. Вы, наверное, чувствуете себя неуютно. Вообще, я стараюсь не злоупотреблять этим, но иногда срываюсь. И что удивительно, особенно не стремлюсь возвращаться из этого состояния. Никогда не думал, что так гадко быть трезвым сегодня. Вряд ли что-нибудь переменится вокруг нас. Так. Так. 300
парничку, лимончик, печеночка наша фирменная. Я никуда не отпущу тебя. Сегодня ты бросишь все. Прошу. А давай выпьем, а? И ты поешь, поешь. А я с тобой поухаживаю. Бедный мой Левашов. Слушай, а как тебя зовут? Евгений. Женя. Правда? Господи, как я люблю это имя. Женя, Женечка. Наташа. Скажи, а что было главным в твоей жизни? Поиски тебя. Война. Если тебя позовут вновь, ты пойдешь. Понимаешь? Понимаю. Я люблю тебя. И вашу. Остальное все неважно. Да. Ну, вы знаете, вот как-то так. Ну, кому-кому, Сергей Борисович, а мне найти замену несложно. Я уже поговорила с одной девицей, а она вам завтра будет звонить. Да. Обидно, конечно. Да. Ну, спасибо вам большое. И вам всего самого-самого доброго. Все. Я свободна. Thank you.
ночь, на удивление, спокойно прошла. Надо идти докладывать по начальству. О, так и доложи. В связи с уважительным отношением афганской стороны к начальнику заставы Богодухову было решено его день рождения всякими идиотскими выходками не портить. Не они, так вы все испортили своими сборами. Ну, извини. Скоро мы уйдем, и ты вздохнешь с облегчением. Пошел, ты знаешь куда? Знаю. О. Ну ничего, дай бог вернетесь. Там и погуляем. Баньку затопим. Что значит дай бог? А то и значит, Ким. Не к теще на блины идете. Ты мне, Богодухов, образцов отца командира напоминаешь. Все тебя сыты, обуты. А за подкладку фуражки набор поговорок зашит. На все случаи жизни. Да какой из меня командир? Мне бы джинсы с бейсболкой. И куда-нибудь на Азовское море. Спасателем. А почему на Азовское? Оно мелкое. В нем утонуть невозможно. Пойду ребят собирать. Через полчаса выход. Ты собрался, Левышев? Танки грохотали, танкисты шли в последний. Дай мне твой рожок. На. Возьми мои на 45. Спасибо. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Товарищ майор, с Турга докладывают. В квадрате 2271. Пошла переправа. Просит поддержать огнем 120-х. Так, готовь второй расчет. По переправе беглым. 6 мин. По готовности огонь. Выполняй. Есть. Второй расчет! К бою! Слушай, Жек, мы с тобой друг друга уже 100 лет знаем. Я тебя прошу, не будь мудаком. В каком смысле? Не лезь никуда. Без тебя навоюет. Ладно. Там видно будет. Там уже ничего. Не будет видно. Меня на этой кухне двух поварят убило. Чего же вы ее в землю не закопаете? Кухню в землю не закопаешь. Да. Куплю себе дом на берегу. Побелю звездкой. И буду слушать море. Женюсь на фантастически красивой женщине. Ты же жена. Какое это имеет значение? Не провожай нас. Ну тебе к черту. Женька. Ладно. Давай. И когда она на ночь разбирала постель и ложилась в изголовье карты, то казалось, что она приютилась у подножия Вселенной. Я где-то это уже читала. Не помню где. Слушай, а зачем тебе карта? Она закрывает собой
обои в жутких розочках. Они достались мне наследство от прежней хозяйки, дамы непроходящего бальзаковского возраста. А поменять обои? Поменяй. Женька. Ты жить не сможешь жить с кем-то. Каждый день тереться друг от друга халатами. И не отвечать на вопрос, что тебе приготовить на ужин. Потому что этим идиотским вопросом я буду вторгаться в твою личную жизнь. Да? Да и жить на одном месте ты тоже не сможешь. Почему? Живу же. Скажи, а ты был где-нибудь, кроме Афганистана? Был. Я служил мотористом на Арбалаевском сейнере. Чуть больше года. Мы заходили в иностранные порты сдавать рыбу. Ну и как? Поражает воображение, а? Угу. Что мы видели, кроме портовых городов? Ну, Марсель — это тоже портовый город. Но в Марселе я не был. Там ты не был. Этого ты не видел. С тобой вообще очень приятно пообщаться, Левашов. Вот это, Левашов, Мальта. Там сплошь и рядом живут креолки. Такие глупые, постоянно щебечущие, но очаровательные. Вот с такими вот ногами. Только чуть подлиннее. И цвета шоколада, представляешь? Еще но иногда к ним на остров забредают такие бурбоны, как ты, Левашов, со своей рыбой. А рыбы-то у них с гулькин нос. Потому что рыбаки вы еще те, но вы ломите за нее страшную цену. В том числе и ты, Левашов. Я? Ты, руки-то у тебя трясутся. Ну и тут, конечно, появляешься ты. И тут появляюсь я. Почем свежая рыба? Спрашиваю я, слегка покачивая бедрами. Почем? 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 Почем эта проклятая рыба? В этих чужих горах за тысячи километров от России, далекой и не знающей о нас. Нам было необходимо хотя бы на время сохранить целостность этих призрачных границ. Мы еще не знали, что через полгода начнется другая, страшная и кровопролитная война. Но уже сейчас сдерживали натиск этой войны. Нам было важно выстоять здесь. Выстоять и навсегда остаться забытыми своей страной. Едем. Зачем? Как куда? Представлюсь твоим родителям. Произведу неизгладимое впечатление.
В общем, сжигаю мосты, Наташка. Так это что значит? Что ты в самом себе уже не уверен, да? Потом, что значит произведу впечатление? Лично на меня ты произвел самое отвратительное впечатление, какое только может быть. Просто мы повстречались в тяжелый период моей жизни. Ой, это запой-то, по-твоему, тяжелый период в жизни? А что, легкий? Ну, посмотрел бы я на тебя. С этим ничтожеством я собираюсь связать свою жизнь. Да. И не говори. Наташка, окрутила ты меня вокруг пальца. Вода, шоколад, вдохновение, жареный арахис, пиво, фисташки. Вода. Что желаете? Два пива и сырок. Пиздать. Дружбу. Спасибо. Не игнорируйте, граждане. Вода, шоколад, вдохновение, арахис жареный, пиво, фисташки. Скажите, а у вас есть конфеты с мышьяком? Для одного проходимца. Для меня? Не держим. Тогда шоколад, вдохновение. Весь, пожалуйста. Чтоб мне вдохновения до конца пути хватило. Вода, жареный арахис, пиво, фисташки, область Раханская. Правильно мы сделали, что поехали. Осточертело все. Беготня, халтура. Водка эта. И с тем, кого знаешь, и с тем, кого не знаешь, еще чаще. Хочется вдохнуть свежего воздуха. Нам 10 минут до конца матча осталось. А по-моему, в луже мы футбол гоняли. Ты посмотри, весь грязный, весь мокрый. Ну и Витька Петров. Витька Петров? Ты же знаешь Витьку? Как мне не знать Витьку Петрова? Весьма мокрый. Короче, Витька как, да, с поворотом? Поворот-то наши оказались. Мам. У Колька Чередниченко. Он у ворот стоял. За мячом прямо в лужу. Бац. Представляешь? Мама. Какая холодная осень. Пап.
Ты еще куда со своей камерой? Ну? Что там? Вон слева от склона. Метров 200. Высоту, выложенную камнями, видите? Ну. Ниже 30. Дышика, видите? Вижу. Видимо, недавно установили. Еще толком не замаскировались. А духи? Духи? Я насчитал 4. Приехали. Думаешь, не пройдем? Как? Сейчас бы винтовочку с глушителем. Лучше 2. Угу. 3. Кто больше? Товарищ капитан, вон по той балочке можно спуститься вниз, обойти высотку с противоположной стороны и подойти почти незаметно. Мы их бесшумно должны убрать, Ким. Иначе все летит. К чертовой матери. Да я понимаю. А? Паш, глянь-ка. Похоже, местные духом барана подогнали. Ну, баран. Что? Ближайшие 2 часа они будут заняты только этим бараном. М? Твою мать, Левашов. Хоть на что-то ты годен. Ким, отбери 7 бойцов. Ты 8-й. Работают только ножами. Даже если вас будут убивать. Спасибо, всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Погиб. Теперь я понимаю, откуда у тебя такой морозоустойчивый характер. Вон. Мои. Папка. Папка. Зяблик мой. Доченька моя. Милая моя. А это Женя. Здравствуйте. Слушай, я тебе такую блузку достала от… Ой, никак не могу запомнить. От Кардена. Ну какая ты смешная, мамочка. Откуда здесь Карден? Он в Москве-то весь из Китая. Да Господь с тобой. Мне, слава богу, ее Ирина Константиновна отложила. Она у нас заведующая в универмаге. Ну, если Ирина Константиновна… Уж она-то знает. Наверное, дико смотрится. Шахтер с трубкой во рту, а? Нормально. Ты давно оператором работаешь? 8 лет. Ну и как? В общем, ничего. У нас это наследственное. Дед был военным корреспондентом. Отец погиб. В Иордании. Когда?
В 70-м. Мне 8 лет было. Побил тебя парень. В эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь большие, большие при луне на чужой стороне. Милый друг, нежный друг. Петр Васильевич, а почему вы не приедете в Москву? Все-таки единственная дочь. Знаешь, Жень, сегодня вы побыли дома. Завтра посмотрите город. Ну, вечером Наташка сбегает к подружкам. Потом вы уедете. И единственные родители вас не остановят. Наверное. Охота к перемене мест. Это чертовски здорово. Когда вся жизнь впереди. Возможно, вы и правы. А моя жизнь – сплошные дороги. Может, теперь тебе не захочется никуда уезжать. Слушай, на небе ни звезды, ни тучи, ни солнца, ни луны на небе нет. Сегодня небо с нами не созвучно. Оно от нас закрылось на обед. Что, прямо сейчас придумал? Сейчас. Врешь, Женька. Что значит врешь? Я вообще человек незаурядных способностей. Ты незаурядный трепач. Мелкий враль. Хвостунишка. Сволочь ты порядочная. В этом тулупе ты похож на пьяного сторожа из Продмага. Почему на пьяного? Потому что на трезвого ты никак не похож. Левашов, а у тебя есть мечта? Есть. Я мечтаю лечь в мертвое море, лежать и перелистывать журнал. Что за идиотская мечта? И что при этом у меня обязательно сохранилась фотография. Я лежу в море и читаю журнал. Да. Ты все-таки очень приземленный человек, Левашов. Всем отдыхать. Останавливаю дыхание. Вы бы еще производственную гимнастику объявили, товарищ старший прапорщик. Производственную гимнастику, Вагин, я тебе в отряде объявлю. Понял. Руслан. Руслан Осипов Брегер. Оружие с собой.
подствольники отстегнуть. Стрелять только, если они начнут первыми. Остальным оружие оставить. Мрейгер, Вагин, Чеклин, Макаров, заходите со стороны ДШК. Шарафутдинов. Марат, Андрюха, от пулеметной точки. Руслан со мной. Начинаем по моей команде. Поехали. Ничего, Лень. По первому разу всегда так. Они же люди. Все люди. Через два. Максимум через 3 часа. Их начнут искать. У нас единственный шанс. Выйти к перевалу раньше духов. Не успеем. Не успеем. Тогда конец. Подъем! Золотая рота! Ты поднимайся, я сейчас. Лифт пришел. Иду. Двери придержи. Уважаемый Евгений Иванович, руководство кинокомпании «Пирамида» рассмотрело представленную вами заявку на производство полнометражного документального фильма «Война». В связи с обострением ситуации на таджико-афганской границе принято решение о незамедлительном запуске данного проекта в производство.
Дирекция кинокомпании приглашает вас явиться 23 марта в 14:00 для окончательных переговоров. Всегда боялся смерти. А сейчас, когда до нее осталось вот-вот, мне почему-то безразлично. Может, это и есть мудрость, Левашов? Жаль, что она приходит в конце. На нее не остается времени. Когда тебя выписывают? Я думаю, скоро. В принципе, я распорядился всеми своими делами. Осталось это. Тут 6 часов материала. Все, что я правдами-неправдами снял за последний год войны, отдаю это тебе. Придумай что-нибудь. Что? В Таджикистане война. Знаю. И все? Все. Это наша работа, Жень. Они там заняты дележом власти. Кто, с кем, за что, хрен поймешь. А границу СНГ охраняем мы. Только теперь на этой границе башкой надо вертеть на 360 градусов. Потому что с одной стороны духи с боевичьем так называемой непримиримой оппозиции. Всякая сволочь, прущие тонны героина. И против всей этой своры 5 наших погранотрядов и 1 мотострелковая дивизия. И оставить эту границу нельзя, потому что тогда они подойдут вплотную к нашим границам. Это правильная война, Женя. И страна должна знать об этой войне. Сними ее. Докажи, что мы были правыми. Привал. Выставь охранение. Стасенко! Болотов, Малахов! Семенов! Алифтаев, Баширов, за мной! Привал. 10 минут. Кто закурит, оставлю здесь навсегда. Без предисловий.
Люди на пределе. Что ты предлагаешь? Что я могу предложить? По моим расчетам, еще около часа пути. 3600. Что? Да в части 3600 секунд. Я до армии бегом занимался. У нас все на секунды мерили. На какие дистанции? 100-метровку. 10 секунд. И мастер спорта. 10? Да. 10,4. Я даже до кандидата не дотянул. Извините. Что? Вы не могли бы нас сфотографировать на фоне товарища Воровского? Давайте. А вы знаете, куда нажимать? Ну, в общих чертах. А вы из какого города? Из Мурманска мы. Я бригадиром на судоремонтном. Анюся, моя жена, подавальщицей в столовой. Официанткой. А вы, пожалуйста, предупредите, когда снимать будете. Обязательно. Вы только встаньте поплотнее. Мужик сидит на рельсах, курит. К нему подходит другой и говорит: подвинься. Что? Подвинься, говорит. Снял. Спасибо. Спасибо. Ну что, давайте прощаться. Вы поаккуратнее там. Все-таки мы вас большие деньги вложили. Извините. Все будет нормально, Валерий Андреевич. Мы сделаем замечательную картину. Кассовую. Ну, это вы напрасно. Не хлебом единым, как говорится. К сожалению, только говорится. К сожалению. Ну, что делать? Время такое безбожное. Значит, 30-го, 10 часов, водитель будет ждать вас у офиса. Рейс, если не ошибаюсь, у вас в 12:15. Как 30-го? Это же через неделю. Что-то не так? В принципе, сроки можно переиграть. А что это меняет? 30-го? Так 30-го. Чем?
У, Анна! Дарпасы, дарах! Эй, бачак, Джим! Бехиолам ба тарафе офис аракат не кунанд. Абда? Ажда? Нунзда? Бистуду? Бистучар? Биступанч? Устод, устод! Ман пахлавон, чхел мешна вимара, алоха! Нава как аз нас диман биступани на фаркофир гузашт. Онхо бисту до адад автоматы калашников. До адад пулеметы дасти. Як адад шайтон мушак, ванорин джахой зиот доран. Онхо басам пишумо харакат кардан. Чхел мешна вимара, алоха! Ну давай. Наших кого-нибудь встречаешь? Нет. Никого. И я никого. Странно, да? 6 лет проучились. И как в море корабли. Ну, а ко мне-то тебя что привело? Деньги мне нужны. 10 000 долларов. Зачем? Отвечать обязательно. Обязательно. Через неделю я уезжаю в командировку. Таджикистан. А, да. Там, по-моему, какой-то пограничный конфликт. Там война. И уже не первый год. Ну, хорошо, война. Я-то здесь при чем? А при том, что когда тебе придет пацан на костылях и попросит денег на протез, ты не сможешь ему отказать. Собственно, почему? Потому что я постараюсь убедить тебя в этом. Ты уверен, что у тебя это получится? Нет. Удивительные метаморфозы происходят в жизни. Согласись, Левашов. Когда я делал бабки на этом фуфле, именуемом кинематографом эпохи перестройки, ты меня искренне презирал. И не скрывал этого. А теперь, как ни в чем не бывало, являешься ко мне за деньгами. Тебя в этом ничего не смущает? У меня здесь остаются жена и мать. Эти деньги для них. А это уже несущественно. Мой лимит исчерпан. Но я не сказал нет. Сказал. Удивительно, ты умеешь портить отношения с людьми. Левашов.
Возьми. Возьми. Уходишь, да, праведник? Уходишь? Да, незапятнанный, не прогрешивший душой. Живой укор потомкам, да? Правильно, Левашов, правильно! Пусть твоя семья помирается с голоду. Ведь принципы же дороже, да, Левашов? Только это не я. Это ты пришел ко мне. Ты пришел ко мне за деньгами. И ты их получил. Ты получил их. Козел. Батарапито, Андрахи Пойон, Биступанько Фаррагона. Он город Пешлотки, Назди Мазовича Мон. Вечером мы приглашены в театр. Какой еще театр? Театр – это там, где артист. Это меня и смущает. Как, Левашов? Ты что, не любишь театр? Я не люблю, когда брыжет слюной и поднимает каблуками пыль из столетних половиков. Господи, как же можно так утилитарно подходить к искусству? Все, решено. Вечером мы идем в театр. Ну, идем так идем. В какой? В Московский областной. Нам что, придется ехать в область? Господи. Левашов, ну нельзя же быть таким серым, а? Московский областной театр дает спектакль. На сцене Дворца культуры прожектор. Час от часу не легче. О! Может, пойдем побродим где-нибудь? Что-то не так? Ну что ты, Наташка, все замечательно. Я давно ничего подобного не видел. Просто хочется побродить где-нибудь. Без буфетов этих. А как же Андрей Павлович и ребята? Они нас ждут после спектакля. Ну, позвоним, поблагодарим, соврем что-нибудь. Сколько их еще будет премьер этих? Ты не могла знать, что нам осталось всего 2 дня. И эти 2 дня я хотел быть только с тобой. Во мне всегда жило чувство вины перед теми, кто оставался там. Я отдал 2 года жизни Афганистану. Еле выкарабкался после тяжелого ранения. И по-прежнему чувствовал себя виноватым. Я мог отказаться и остаться с тобой. Но приняла бы ты это во мне. Нам было отпущено целых 14 дней счастья. Нам было суждено увидеть свою звезду. А значит, все было не зря. Мне надо позвонить. Я очень тебя прошу. Ни о чем не думай. Это касается меня одного.
Женька. Тихо, девочки. Женя звонит. А все хорошо. Сидим с девочками. Отмечаем день рождения Ниночки Ветровой. Ну что, давай. Ты девочки. Помнишь Ниночку? Помню. А почему у тебя? У Ниночки что, своего дома нет? Ты же знаешь Ниночку. Она такая легкомысленная. Ну как ты, сыночек? Я уезжаю, мам. Куда? В Арктику, мам. За полярный круг. Там же вечная мерзлота, Женя. Какая мерзлота, мам? Апрель на дворе. Ну, положим, еще март. А зачем ты едешь, Жень? В экспедицию на съемки. Мам, я звоню тебе сказать, чтобы ты не волновалась. Вряд ли я смогу звонить в ближайшие 3-4 месяца. А что, там нет телефонов? Мам, ну какие в Арктике телефоны? Женя, ты говоришь мне правду? Как на исповеди. Мама, я, кажется, женился. Подожди, Жень. Что значит «кажется»? Ну, в смысле, мы еще не расписались. А она… Она для меня все. Ну, ты и она. Конформист. Как ее зовут? Наташа. Когда ты едешь? Через 2 дня. Мама. А я нас всех во сне видел. Еще в старом доме. На Льва Толстого? Ты молодая совсем. Кормишь меня кукурузой. Отец живой. 4-я кабина, заканчивайте. Женя. Мама. Женя. Мама, Женя. Ты не волнуйся. Это самая рядовая командировка. Ну, хочешь, я привезу тебе белого Женя звонил. Ну, как он? Женился? То есть как? Не поставив тебя в известность? В смысле, они еще не расписались. А, ну, это ничего, молодость. Сонечка, пойдем. Все тебя ждут. Он сказал, что уезжает в Арктику, за полярный круг. А там не опасно? Нет никакой Арктики. Никакого полярного круга. Ничего нет. Он опять едет туда, на эту проклятую войну. Соня, на какую войну? Которая никогда не кончается в этой стране. Я поеду к нему. Нет, Соня, Сонечка, извини меня, но ты можешь помешать им. Да ты… Вероятно, они счастливы. Что мне делать, Ниночка? Что? Что мне делать? Успели.
Еще 20 минут, и хрен вы нас оттуда сбросите, суки. Что вы? Товарищ капитан. Перевал, Леня. Перевал. Еще немного, и все. Хорошо бы. Гиблое место. Свалить бы отсюда поскорее. Да уж. Не Фрунзенская набережная. А ты что, бывал на Фрунзенской набережной? Откуда? Здесь находилась знаменитая квартира 50 из булгаковского мастера и Маргариты. Ты любишь Булгакова? Я люблю тебя. А к Булгакову я спокоен. Тогда зачем мы здесь? Ты не мастер. Я не Маргарита. Мне почему-то захотелось привести тебя сюда. Скоро эти квартиры выкупят, закрасят стены, установят домофоны. И больше ни одна влюбленная, временно безработная пара не сможет здесь распить бутылку портвейна. Почему портвейна? Потому что в этом месте можно пить только портвейн. И только из горлышка. Женька.
Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Держи. В юности портвейн не пила? В юности я пила белое сухое вино и не шлялась по подъездам. Пропала жизнь. Жень, а ты всегда будешь таким, а? Я буду разным. И плохим. И хорошим. Иногда ты будешь меня ненавидеть. Но я всегда буду с тобой. Мы будем жить долго. Сколько до нас еще не жил никто. Потом мы придем в этот дом, поднимемся по лестнице и уйдем в небо. Как когда-то ушли они. Кто? Мастер и Маргарита. Какая чудесная сказка. А как же домофоны? В том-то и дело. Что все сказки, в конце концов, разбиваются о самый банальный домофон. Знаешь, Леваш, когда-нибудь у нас будет большая квартира, дружная семья, спокойная работа. И это неизбежно. Я этого не боюсь. Потому что впервые счастлива. И впереди у меня еще столько счастья. И я его никому не отдам. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Пойдем домой, Жень. Наташка, у меня не хватило решимости сообщить тебе о предстоящем отъезде. Я не мог допустить, чтобы наши последние дни были омрачены твоими тревогами. Прости меня. Помнишь, ты спросила, если тебя позовут, ты пойдешь? Уже тогда я знал, что меня вот-вот позовут. Этот день наступил. Не пойти я не мог. Я уезжаю в Таджикистан. Там война, до которой никому нет дела. И я обязан рассказать об этой войне. Не знаю, нужно это кому-нибудь, кроме меня, но это нужно мне. А значит, и тебе. А это уже немало. Я пишу это письмо и уже скучаю по тебе, нахохлившийся мой воробушек. Я так и не успел поносить тебя на ладонях. Знаешь, меня могли убить десятки раз. И только теперь я понимаю, что со мной никогда ничего не случится. Потому что у меня есть ты.
родная, единственная моя. Я пишу это письмо на нашей кухне. Ты уже спишь, как всегда раскинувшись посреди кровати и спрятав руки под подушку. А твоя левая пятка легкомысленно торчит из-под одеяла. Сейчас я ее поцелую, ты недовольно дернешь ногой, еще глубже забьешься в подушку и проснешься. Так будет всегда, всю нашу жизнь. Ты будешь ложиться раньше и ждать меня, а я всегда буду возвращаться. Спи. Я люблю тебя. Селёдки. Быстрее, Артём, быстрее! Разве мы? Отходим! Куда ставить, блядь? Вторая группа подошла, а нам молотят с двух сторон! Все целы! Вперёд! Уходим, Левашов! Казаков! Голодов, Барат, сюда! Гранатометы у них! Основные силы потянулись! Не уйду я, Паша. Ёп! Как же ты так? Спасибо. Камер, забери, Паша. Я оставляю группу прикрытия. Борты уже идут, Жень. Я все понял, Паш. Кончилось кино. Дотяни, Женька. Осипов! Семенов! Прикрываю! Группа отходит! Отходим! Майским садам отходим!
Марат. Вагин. Я же говорил, что мы выберемся. Левашов. Где вы? На небесах. Здесь хорошо. Только непривычно тихо. А как же чистилище? Какое чистилище, Левашов? Мы же солдаты. А где Ким? Его же убило первым. Пошел ребят собирать. Через час выходим. Ты же говорил, здесь тихо, Ренат. Было тихо, пока нас не было. Курить охота. Оставь на ползатяжки, Андрюх. Держи.